Йоу, всем привет, меня зовут Лобастов Павел, и сейчас я вам расскажу, что же такое Swag. Я заранее подготовился к этому видео и у себя ВКонтакте на стене написал вопрос людям, чтобы они ответили и написали, что же такое Swag. И они написали множество ответов, и сейчас я зачитаю самые интересные из них. Поехали. Первый ответ написала Алина Ефимович, или Ефимович, сори, я не знаю, как читать, поэтому без обид. А слово Swag – это непереводимое слово, выражающее крутость в любом ее проявлении, а также уважение и непререкаемый авторитет. Много лайков набрал в комментариях. Следующая, Алла Булавина написала: Swag — это в первую очередь вкус. Крутой вкус в одежде, музыке, аксессуарах и поведении. Круто. Карина Ройко написала: сегодня Swag означает определенный стиль, который часто используют рэперы. Также для некоторых он может иметь другое значение — сказушник или упрёжник. В принципе, логично, ведь стиль одежды, который называют Swag, есть показуха. Йоу. Баныш Рахметов написал: Swag — это в первую очередь вкус. Крутой вкус в одежде, музыке, аксессуарах и поведении. По теме, не по теме, не по теме. И вот. Таня Бондар написала: Swag — это стиль, выдуманный рэпером. Сейчас это слово часто звучит с уст подростков. Слово Swag имеет множество переводов и понятий. Точного понятия это слово не имеет. Ясно. Следующее. Марина Просветлова пишет: рэп, хип-хоп исполнители чаще всего называют Swag'ом свою фишку при исполнении песен. Может это быстрая читка, может выкрики определенного слова или фразы во время песни. Главное, чтобы Swag сопровождал артиста всегда. Еще шмотки есть такие крутые. Ясно? Так, дальше. Кто еще что написал? София Федина написала: Swag — это новое сленговое значение гей. Да, это вроде раньше так называли, если я не ошибаюсь. А вот нашел. Лена Мирный пишет: Swag — для начала крутой стиль одежды, и при этом не важно ваш пол. Кроссовки Nike, Air Max, бомберы разных цветов, естественно, кепки с прямым козырьком, как у меня. Во-вторых, это стиль музыки, который исполняют афроамериканские рэперы. Это было известно в 2012 году во всех странах, а больше всего в США. В России это было мало интересно молодежи, но все-таки некоторые хотели выделиться из толпы, одеваясь наподобие этого стиля. Если я не ошибаюсь, Swag расшифровывается Secretly We Are Gay, что в переводе на русский — по секрету мы геи. Аббревиатура из далеких 60-х, придуманная группой голливудских геев, извиняюсь за выражение. Спасибо, Лена, за такой комментарий. В общем, все, это были все комментарии, люди озвучили свое мнение, свою позицию, я в принципе с этими мнениями согласен. От себя лишь добавлю следующее. Swag — это такой молодежный стиль, такая некая своя тусовка. Рэперы вы, не рэперы, это в принципе не имеет никакого значения. Если вы хотите выделиться из всей серой, неживой такой массы людей, которые ходят унылые, с угрюмыми лицами, постоянно одеты в что-то серое, темное, черное, красивую одежду, поэтому этот стиль для вас в принципе. Вам нравится — пожалуйста, одевайтесь, выпендривайтесь перед другим. Если вам это не важно, если вы серьезный человек, то в принципе носите стильные какие-то костюмы и будьте всегда в строгих таких чертах и ошибаюсь. Короче, Swag не для всех. И я, в принципе, могу с этим согласиться, не согласиться, то, что Swag не для всех. Я тоже, в принципе, к Swag'у никак не отношусь. Я не так люблю вот эти все снэпбэки с зелеными подкладками внизу. Мне нравятся вот обычные снэпбэки, одноцветные, чтобы тут был козырек не просто одного цвета, а может тут какие-то надписи или иероглифы, там, не знаю. Но ни в коем случае это не будет Абей и Супрема какие-то. Также и в толстовках. Я выбираю обычно спортивный стиль, а не какие-то мега там толстовки типа Космос. Мне не подходят такие. Поэтому я, в принципе, рассказал, что же такое Swag. Вы увидели мнение разных людей. Было прислано более 18 комментариев. Я отобрал самые лучшие. Эти люди попали в видео, за что вам спасибо. Я писал, если вы напишите комментарий, выпадет видео. Вы в видео попали, я назвал ваше имя и фамилию. Поэтому поздравляю вас. Также у меня для вас отличные новости. Так как у меня появилось достаточно идей для новых вайнов и влогов, я их уже скоро буду применять, делать, и скоро выйдет достаточное количество видео. С чем я себя и вас поздравляю. Себя поздравляю, потому что это новый уровень для меня. Вас поздравляю, потому что для вас это будут какие-то новые развлечения и полезные материалы. Ну вот и все, друзья. Вы узнали, что же такое Swag. Я благодарю вам за то, что вы досмотрели это видео до конца, если вы еще это смотрите. Ну, всяко смотрите, потому что тем, кому это не интересно, свалили сразу из этого видео нафиг. Также я попрошу вас поставить под этим видео лайк или анлайк, если вам это, ну, не понравилось. Но лучше ставьте лайки. Лайки и не лайки поднимают видео мое в топ, и обо мне узнают большее количество людей, чему я очень рад. Да, реально. Последний ролик набрал больше просмотров, чем все остальные за несколько месяцев. Это был Вайн, я в восторге просто. Также, люди, оставляйте комментарии под этим видео и рассказывайте, что же для
для вас свэк. Вам он нравится, не нравится, что это такое, может, вы хотите поделиться. Именно под этим видео внизу оставляйте ваши комментарии и пишите свои отзывы о свэге. Ну и все, с вами был Лавастов Павел. Не забудьте подписаться, ссылка появится вот тут вот, в уголке. Подписывайтесь на мой канал. Также смотрите другие видео различные. У меня на канале во вкладке «Главное» есть плейлисты. Там написано влоги, теги, вайны, различные просто все мои видео. Поэтому смотрите, что вам нужно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я уже говорил. Ну все, Павел Лобастов с вами был на связи. Давайте увидимся в следующем видео. Пока!